Привет, друзья! В этом видео я поделюсь с вами весьма одной интересной информацией и расскажу, как на рыбалке в марте, на весенней рыбалке в марте или апреле распознать, кто к вам подошел, рыбак или дурак. Давайте предположим такую ситуацию. Вариант. Ловите вы рыбу, отошли от всех, подальше от толпы, и тут к вам подходит человек и спрашивает, ну как улов? И почему в одной ситуации показывать нужно улов, а в другой ситуации улов показывать не нужно. Почему? Если вы покажете рыбаку, ничего страшного в этом не произойдет. Он посмотрит ваш улов, порадуется за него и все. Пожелает вам ни хвоста, ни чешуи. А дурак вас обурит. И это ваш. Исходя, друзья, из большого опыта своего рыбацкого, я столкнулся на рыбалке и с теми, и с теми. Я расскажу вам про диалог. Диалог фактически не меняется никогда. Ну, буквально там может быть на слово. А в основном диалог один и тот же. Что у рыбака, что у дурака. Ничего не меняется с годами. Так, друзья, сидите вы на рыбалке, в палатке, ловите рыбу. Рыбка у вас клюет и ловится. Хорошо ловится. Та рыбка и тех видов, и тех размеров, которые находятся под вами. Клюет у вас, в принципе-то, отлично. И к вам подходит человек. Не спешите показывать улов на тот вопрос, который вам зададут. А какой у вас улов? Что вы поймали? Сначала давайте попробуем разобраться, кто перед вами стоит. Рыбак или дурак? Почему рыбаку улов показывать можно, а дураку не стоит? Когда, друзья, к вам подойдет человек и спросит, как дела, в какой улов, не спешите, друзья, показывать. А ответьте просто так себе и задайте встречный вопрос. А как дела у вас? А теперь, друзья, очень важная информация. Как ответит дурак? Был там-то, 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 не видел ни поклевки. Подчеркну, друзья, вы сидите на рыбалке, у вас рыба хорошо клюет и ловится. А вам человек говорит, был там-то, 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 не увидел ни поклевки, ничего нигде не ловится. А теперь, друзья, комментарий рыбака. То есть ответ рыбака вам. Был там-то, 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 клюет в основном одна мелочевка. Иду искать другую рыбу, покрупнее. Так ответит рыбак. Сейчас, друзья, что бы было, если бы вы в обоих случаях показали свой улов. Как рыбаку, так и дураку. Рыбак бы посмотрел на ваш улов и сказал, хороший, отличный улов. Ни хвоста, ни чешуи тебе, а я пойду пока поищу рыбку другую. Пока не стемнело. Успеют до темноты. И рыбак уйдет искать свою рыбу. Он рядом с вами бурить не будет. Как ответит дурак в этой ситуации? А можно я недалеко от вас пробурю лунку, и вы дадите добро? Сначала он пробурит метрах 6-7 от вас, подальше. Но с каждым последующим временем он будет приближаться все ближе и ближе к вашей палатке. Буря и буря, лунку за лункой, шумя и шумя. И каждый раз будет приближаться все ближе и ближе, пока однажды не приблизится в упор с вашей палаткой. Наверняка многие из вас в такие ситуации попадали. Спеши, мой друг, показывать рыбу. Не спеши показывать свой улов, пока ты не знаешь, кто перед тобой стоит, рыбак или дурак. Так как-то.